рассада лука душистого очень популярна в странах Юго-Западной Азии не только как декоративная, но и как хозяйственная культура. Помимо высоких цветоносов с белыми цветками, до 45 см, незаменимых в альпинариях, лук с весны до осени примерно каждые 10 дней дает новый лист, вырастающий до 30 см и пригодный в пищу. Декоративные преимущества лука душистого. Снежно-белые ароматные, похожие на звездочки цветы, собранные в ажурные пучковатые зонтики. Прямые плоские листья темно-зеленого цвета, напоминающие сочную траву. Морозостойк, выдерживает температуру до 45 градусов. Корневища образуют куртины, которые прекрасно выглядят на газонах. Пищевая ценность луковых листьев. Высокая концентрация витаминов С, В1 и В2, каротины, минеральные соли, железа и кальция. Легкий чесночный аромат улучшает аппетит и стимулирует секрецию пищеварительных соков. В августе лук дает семена, из которых можно вырастить рассаду. Первое цветение начинается только на следующий год после посева. Лук душистый – это травянистый высотой 10-12 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка белый. Лист растения по форме плоский. Весной листва по цвету темно-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.